В 99 году вы доверили мне управление автономией. Мы за короткий срок погасили долги по заработной плате бюджетной сфере, которые составляли от 13 до 18 месяцев. Мы за короткий срок сделали так, что сельское хозяйство начало платить заработную плату деньгами, а не галошами, как вы помните, как это было в 99 году. Мы решили проблему 25 тысяч гектаров, которые не обрабатывались в нашей автономии. Мы решили множество других проблем. Мы создали нормальную деловую среду в Гагаузии, когда предприниматели были заинтересованы открывать новые рабочие места. Я обращаюсь к вам с просьбой выйти на выборы 22 марта. Мы с вами вместе сможем сделать так, чтобы в Гагаузии люди могли увидеть свою перспективу, чтобы в Гагаузии люди могли зарабатывать деньги, чтобы они могли здесь воспитывать своих детей и связать с нашей автономией свое будущее.